Добрый день, в эфире новости на телеканале Катунь-24. С вами я, Анастасия Борисова. И вот самые актуальные темы к этому часу. Снимать режим чрезвычайной ситуации в Яровом не будут. Это стало известно на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС. Накануне его провел заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко. К сиротам, ветеранам, инвалидам и осужденным со спектаклями приехали артисты барнаульских театров. Подробности в выпуске. Уже на выходных хоккеисты «Динамо Алтая» проведут домашние матчи против дебютанта Лиги хоккейного Оренбурга. О ходе подготовки далее. Температура в домах жителей города Яровое достигла 22-25 градусов тепла. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС. Накануне его провел заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко. За счет краевого бюджета для ТЭЦ приобретено 30 вагонов угля, запланированы дополнительные поставки. На станции пока работает один котел, два других функционируют попеременно и требуют капремонта. Поэтому на заседании отметили, что снимать режим ЧС в городе пока рано. Глава Ярового Виталий Самобочий также сообщил, что в связи с подачей некачественного теплоносителя в ноябре жителям будет произведен перерасчет платы отопления за горячее водоснабжение. Нового мэра Заринска избрали на городском собрании депутатов. Им стал действующий глава Заринского района Виктор Азагалдян. За него проголосовали 13 из 18 народных избранников. Срок действия полномочий – 5 лет. Напомню, ранее главой города в течение 11 лет был Иван Терешкин. В июле этого года он добровольно покинул пост. И продолжаем выпуск. Развитие этнографического туризма обсудили в Барнауле эксперты туриндустрии Алтайского края и сибирских регионов. Ключевые тренды современности – рост интереса к традиционным национальным культурам, кухне и художественному творчеству. На конференции выступили около 30 представителей турфирм, региональных властей, этнографы, специалисты по народным промыслам и ремеслам. Наш регион стал местом для проведения форума не случайно. По насыщенности объектами историко-культурного наследия Алтайский край занимает одно из первых мест в Сибири. Некоторые из них, например, я думаю, что хорошо всем уже известная Денисова пещера, признаны объектами мирового значения. Магистрант Королевского сельскохозяйственного университета Великобритании Светлана Пантюхина отмечает, что в Европе и во всем мире растет спрос на уникальный опыт, первозданную природу и этнографический познавательный туризм. Люди сейчас ищут новые направления, такие уникальные, неизведанные раньше, потому что все уже наездились и ищут вот именно Азию. Очень популярен сейчас Кыргызстан. Кыргызстан от нас не так и далеко. Безумно популярна Монголия. Это вообще наши с вами соседи. Поэтому об Алтае слышали, об Алтае начинают уже говорить. Но нам с вами для того, чтобы вот эту волну сейчас поддержать и подхватить, нужно очень много поработать на самом деле. Сегодня участники конференции посетят Бийский краеведческий музей имени Виталия Бьянки, культурный центр в Красногорском районе, а представители региональной организации «Кумандинцев» расскажут, чем привлекают туристов. Участники конференции из Республики Алтай Алла Набутова рассказала об одном из способов. Мы предлагаем гостям переодеться в национальные костюмы. И, соответственно, они каждый может себя ощутить в роли алтайского кочевника прямо в юрте. И это достаточно необычно. То есть примерить одежду, пофотографироваться, это уже сближает с нашей культурой. И люди чувствуют на себе, как лежит одежда, как смотрятся узоры. Я считаю, что это очень интересно для наших гостей. Выращивать вкусные и полезные натуральные продукты – такая задача стоит перед каждым фермером. А для этого необходимо выбрать экологически чистые средства защиты растений и правильные препараты для животных. О них мы и расскажем далее. Не секрет, что в здоровом теле – здоровый дух. Следовать этой простой истине пытаются все больше и больше людей во всем мире. Главное условие – здоровое питание, еда без пестицидов и ГМО. Агропромышленная компания «Нео» предлагает фермерам чистые семена, выращенные по самым современным технологиям.
Мы продаем семена как зерновых культур, так и эфиромасличных. То есть представляем Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур в Сибирском федеральном округе, в НИМК. Представляем семена подсолнечника, льна, рапса, рыжика. То есть активно развиваем тему семеноводства. Защищать растения от заболеваний и насекомых будут с помощью особых биопрепаратов. В их составе полезные бактерии. Это живые организмы. Живые организмы, конечно же, все растворяются в воде. И это очень технологично для сельского хозяйства. Применяются обычные опрыскиватели. Они заполняются, в баках заполняются водой, наполняются маточным раствором биологических препаратов. Все это разводится мешалкой и вносится на либо вегетирующие культуры, либо на солому. У компании «Энео» есть свои разработки и для сферы животноводства. Например, пребиотики для ускоренного роста животного, которые, к тому же, позволят получать экологически чистое мясо. Что такое антибиотики? Это все то, что остается у нас в продукции, все то, что мы потребляем. А, соответственно, все эти лекарственные препараты потом попадают в молоко и мясо. Пробиотики не дают никакого, то есть остаточного эффекта. Это использование именно тех микроорганизмов, которые характерны для организма животного. Они такие же там и живут. Они остаются там, они там развиваются. И позволяют чувствовать животного себя очень хорошо. Семена, удобрения и биопрепараты компании активно пользуются популярностью во всей Сибири. Главный принцип «Нео» – экологически чистый и качественный продукт. Анастасия Романова, Ирина Харитон, Сергей Балуев. Новости. Театр для всех. К сиротам, ветеранам, инвалидам и осужденным со спектаклями приехали барнаульские артисты. Такие гастроли провели по инициативе уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Бориса Ларина. Мы с коллегами долго думали, каким образом уполномоченный по правам человека может отреагировать на это событие. И решили, что есть люди, которые не могут сами реализовать свое право на доступ к культурным ценностям. Сами не могут посещать театр. Это наши дети из приютов, из детских домов. Это осужденные, в том числе женщины осужденные. Это наши ветераны, инвалиды. В барнаульском доме-интернате артисты литературного театра библиотеки Шишкова поставили спектакль на сатирический рассказ Василия Шукшина «Чередниченко и цирк», где главный герой пытается завоевать сердце цирковой акробатки. Сейчас в доме-интернате проживает 250 человек. Это пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. Получают и искусство прямо на дом. И, ну, это серьезно, как бы и моральное их настроение поддерживает. И в целом, как бы, смысл жизни придает. Ну, не замыкаются люди, они живут полноценной жизнью. Также к детям-сиротам Барнаула и Новоалтайска приехал в театр «Кукол» с постановкой Денискина рассказа по произведениям Виктора Драгунского. А в женской колонии Новоалтайска прошел театр одного актера «Жизни Эдит Пиаф» в исполнении Галины Зориной. Любителей активного зимнего отдыха ждет большой спортивный праздник уже в эти выходные. 1 декабря – открытие зимнего сезона на трассе здоровья Марьера. По традиции организаторы приглашают всех барнаульцев и гостей краевой столицы. Приготовили две лыжные трассы – 10 километров для любителей активного отдыха и 25 для более подготовленных лыжников. Можно и просто прогуляться по зимнему ленточному бору. А те, кто участвовал в осенней высадке деревьев, смогут посмотреть, как поживают их саженцы. Также гостей ждет фирменный чай «Марьера» по секретному рецепту. Печенье, множество угощений от спонсоров, развлекательная программа и теплая атмосфера. А также раздевалки для всех гостей, которые будут работать весь зимний сезон. Веселье на полную катушку, море музыки, хороших песен от наших вокалистов и, конечно же, огромное количество удовольствия и хорошего настроения. Встречаемся 1 декабря на открытии зимнего сезона. Все на трассу здоровья! После открытия сезона трасса здоровья будет работать каждые выходные и праздничные дни. А в марте любителей активного отдыха ждет Черемновский марафон, приуроченный ко дню рождения Марьера и закрытию зимнего сезона. Начинать готовиться можно уже сейчас. Уже на выходных хоккеисты «Динамо Алтай» проведут домашние матчи против дебютанта Лиги хоккейного Оренбурга. Дмитрий Гладких побывал на одной из заключительных тренировок команды перед предстоящими матчами. Почти три недели хоккеисты «Динамо Алтай» находились без игровой практики.
Пока соперники выясняли отношения между собой и вели борьбу за промежуточное место во главе турнирной таблицы, барнаульцы плодотворно работали на тренировках. Основной акцент делался над поднятием физических кондиций. Кроме того, отрабатывалось и завершение атак. Именно в этом элементе пока коллектив Александра Усачева явно проседает. Переигрывая соперника в каждом матче по броскам в створ ворот, забрасывать шайбы удается не так часто, как хотелось бы болельщикам и тренерскому штабу. Пока в числе 10 бомбардиров лиги от «Динамо Алтай» значится в списках лишь капитан команды Степан Жданов. В его активе по системе гол плюс пас 14 очков, 6 заброшенных шайб и 8 голевых передач. На одной из заключительных тренировок перед матчами с Оренбургом хоккеисты большое внимание уделяли взаимодействиям в неполных составах и отлаживанию игры в большинстве. Это в предстоящих матчах может сыграть решающую роль, тем более, что прошедший период без игр может сказаться на результате. Есть и минусы, и плюсы, но как бы минус то, что игровая практика теряется, ритм игры как бы маленько другой будет. Первая игра будет более как втягивающая, считаю, что как бы что-то где-то маленько может не получаться, но следующие игры должны быть по нарастающему. Подготовка приличная была, объем работы выполнили. То, что требовалось от нас, и я думаю, как бы все в оптимальной форме подошли после этого тренировочного периода. За 20 с лишним дней в составе команды произошли изменения. На усиление в рамках сотрудничества и на основании договора между барнаульским клубом и новокузнецким «Металлургом» в расположении «Динамо Алтай» прибыли два игрока. Нападающий Никита Самохвалов и защитник Никита Складчиков. Но если первый не выйдет на лед из-за травмы, то второго барнаульские любители хоккея смогут увидеть в деле уже в ближайших матчах. Что касается соперника, Оренбург, удачно стартовавший в новой для себя лиге, по ходу сезона забуксовал. Сейчас этот клуб находится на 6-м месте в табеле о рангах из 7 коллективов. Но плотность турнирной таблицы настолько велика, что победы в предстоящих спаррингах в Барнауле могут возвысить оренбуржцев до лидирующей тройки. Ну, по сопернику сказать сложно, не видели, но будем отсматривать игры. В этом году все равные команды, то есть игры все упорные, поэтому легкой игры не получится. Плюс очень большой перерыв получился, долго без игровой практики. Это будет основная проблема, я думаю, сложность подготовки к этим играм. Стартовый поединок против Оренбурга барнаульская команда проведет в Титов-арене 30 ноября. Последующие две игры состоятся там же, 1 и 3 декабря. Начало матчей в субботу и воскресенье в 5 часов вечера, во вторник в 19:00. Дмитрий Гладких, Анатолий Фукс. Новости. И на этом все. С вами была Анастасия Борисова. Не переключайтесь.